Друзья, всем доброго времени суток. И давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO, а именно о проекте TokenGo Platform. Итак, что же это такое? Это блокчейн-платформа токенизации бизнеса, использующая справедливую систему вознаграждения. Ну что ж, скажу пару таких довольно важных технических деталей. Так вот, ICO у них закончится через 53 дня, а именно это будет 30 апреля нынешнего года, а также они собрали уже более чем 1,5 миллиона долларов и более чем 2100 эфиров и продали, соответственно, более чем 3 миллиона токенов GPT. А также, что еще важно, что один токен стоит примерно 0,44 доллара, тем не менее курс токена зависит от курса эфира, и сейчас, когда курс эфира упал, конечно же, выгодно покупать токены проекта GoPower. Ну и давайте расскажу еще про то вообще, в чем, в принципе, суть данного проекта. Так вот, GoPower – это, по сути, целая экосистема, у которой есть много преимуществ, и давайте разберу самые основные из них, то есть возможности данной системы. Прежде всего, на мой взгляд, одно из самых главных – это то, что на проекте TokenGo можно проводить ICO. То есть сейчас сам проект находится в режиме ICO, то есть это первичное размещение монет, и в будущем тоже с помощью данного проекта можно будет создавать новые криптовалюты. Причем здесь отмечу то, что довольно важно, что здесь криптовалюты можно создавать без каких-то навыков сложного программирования, то есть даже простой обычный человек может это сделать. Далее еще одна важная функция – это безопасное голосование, то есть голоса здесь защищены и не могут быть изменены. Конечно же, все это достигается благодаря тому, что все это будет на блокчейне. Также с голосованием еще можно сделать такую штуку, как поставить виджет голосования на ваш, допустим, сайт либо блог. Это нужно для того, чтобы привлечь трафик и даже, кроме всего прочего, еще и заработать. Также еще одна хорошая функция – это то, что здесь есть финансовые платежи, то есть вы можете передавать финансы в, по сути, любую точку земного шара, и они, причем, что не менее важно, будут проходить моментально. Ну и далее, что бы я еще отметил, это то, что здесь есть автоматический учет. Это, безусловно, тоже очень удобно, поскольку это очень сильно ускоряет бухгалтерию. Ну и также еще одна важная функция – это аутентификация, то есть, по сути, это подтверждение личности, и это тоже еще одна защита вашего аккаунта. То есть, это самые важные такие функции данного проекта. Есть, допустим, еще выдача сертификата, владение токенов, но вот именно я отметил бы те особенности, которые я сказал ранее. Ну что ж, еще раз повторюсь, что данный проект уже находится на стадии ICO, которое началось как раз 27 февраля, то есть совсем недавно. И, как вы сами понимаете, что чем раньше вы будете заходить, тем, безусловно, выгоднее будет участвовать в покупке токенов данного проекта. Ну и повторюсь, что поскольку курс зависит от эфира, то очевидно, что пока сейчас у нас есть небольшая просадка во всем рынке криптовалют, в том числе эфир тоже упал, выгодно покупать валюты, в том числе, допустим, такую как TokenGo, именно в данное время. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился данный обзор. Ссылку на TokenGo я оставлю в описании к видеоролику. Тогда всем спасибо и всем пока.